Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Тамаева Залина Николаевна. Я основатель, руководитель салона «Штор». Мы занимаемся текстильным оформлением интерьеров, ведем объекты под ключ, начиная от эскиза до воплощения. У нас собственное производство и качественный пошив штор. И целая база довольных клиентов. В общем, весь этот серьезный бизнес я, как руководитель, хотела частично вывести в онлайн. Ну, соответственно, логично для развития. В данном случае, когда ты что-то ищешь, то ты обязательно находишь, как говорится, потому что мысли материальные. Я с этой мыслью в интернете просто листала ленту и наткнулась на прямой эфир очень приятной девушки, которая ехала в машине за рулем и разговаривала. Первая мысль, естественно, была такая: какая приятная девушка, и вовсе не с накачанными губами, и не менее приятная. Включив звук, я поняла, что эта девушка еще приятной наружности, еще и разговаривает об очень приятных, очень, прошу прощения, нужных вещах. В моем случае это было то, что нужно. Соответственно, одним словом скажу, это была симпатия с первой секунды. Я, естественно, остановилась, начала слушать и до сих пор не могу остановиться. Вот вкратце скажу то, что я слежу и за прямыми эфирами. Я приобрела курс «Обнаженный инстабизнес», чему очень рада. Курс управления лояльностью сразу же параллельно, где, изучив один материал, тебе дают еще и бонусы и скидки на второй материал. Соответственно, это, естественно, тоже как бы привлекает. Мне было очень интересно и было очень познавательно, а главное, это все работает. Работает, если этим заниматься. Я конкретно внедрила в свою работу, я выстроила план, выстроила стратегию, изучила свою целевую аудиторию, изучила свой бизнес вообще с другой стороны, ввела какую-то дисциплину, которой раньше я как бы не придавала значению, привела в порядок документы, сделала таблицы, куча всего конкретно того, что я внедрила в свой офлайн бизнес и что сейчас внедряю в онлайн, к чему я стремилась. Но после пандемии у нас накопилось много работы, соответственно, мы делали как бы я и там, вот, потому что у нас и там клиенты, и в онлайне, и в офлайне. Конкретно я изучила свою целевую аудиторию, подняла свою базу, оказалось, она у меня такая большая, что я просто и не знала. И вот эту всю базу я просто не знала, что с ней делать. Сейчас я просто налаживаю, правильно выстраиваю то, что можно еще и работать с людьми, которым ты уже что-то сделал. В данном случае я еще ввела какие-то критерии, по которым эти же клиенты к нам вернулись и возвращаются до сих пор, и слава Богу, надеемся, что дальше так будет. Вот по поводу курса. Он очень емкий, очень глубокий, и я его рекомендую всем. Рекомендую всем умным людям, которые хотят развиваться, действительно расти, не тратить время. И хочу пару буквально слов сказать про чат. Каждый раз в какой-то чат записываешься, и там цветочки, доброе утро, вот это вот все. А здесь все очень серьезно, только о работе. Вот спасибо огромное экспертам, которые просто, даже если какой-то человек съезжает с темы, просто ставят тебя на место и дают опомниться, и тебе помогают. Помогают конкретно в твоей сфере. Спасибо огромное экспертам, спасибо огромное Юлии Николаевне Трус за то, что она реально говорит о реальных вещах, которые реально работают, если ими заниматься. Лично я не собираюсь останавливаться в развитии и изучении дальше курсов. Хочу вам пожелать удачи, здоровья, процветания вашему бизнесу, здоровья вашим детям, а всем, кто идет учиться, успехов и удачи. Всем пока!